Теперь в связи с гонениями на христиан возникло движение апологетов. Их считают вообще первыми богословами. Апологетов. Потому что ну, некоторые из вас оспаривают, что это такие богословы с большой натяжкой. Но тем не менее, что какую позицию заняли христиане в отношении своих врагов? Они не боролись против них, они их обращали, они их просвещали. Это очень интересно. Атаки на христиан были их скрытым благословением. Мне очень нравится это слово. Очень многие наши переживания на самом деле являются нашим благословением. Это заметил Чарльз Спердженн. Он сказал, часто самые великие благословения приближаются к нам на черном коне печали. Самые великие благословения. То есть ты подожди плакать и рыдать. Ты подожди, какие результаты увидишь потом. Вот. Это были скрытые благословения. Появились, они вызвали к жизни апологетику. Христиане не молчали, они отвечали. И они защищали христианство против обвинений в атеизме, распутстве, каннибализме, соединяли христианство с пророчествами Ветхого Завета, показывали его корни, древние и уважаемые. Здесь некоторые малоизвестные, они это Татьян, Афинагор, Феофил. Вот мне хочется прочитать немножко, в каком плане они вот защищали христианство. 365. Они показывали, а вы-то кто? Сколько разврата у вас, язычников, и вы теперь все это вешаете на христиан. А на самом деле это ваши пороки. Таковы и вы, эллины. На словах болтливы, а умом глупы. Вы признали владычество многих, а не одного, и решились последовать демонам, как будто бы они могущественны. Как разбойник, будучи бесчеловечен, обыкновенно одерживает верх над подобными себе дерзостью своей, так и демоны, дошедшие до крайней степени злобы, обольстили неведением и пустыми вымыслами души ваши, отлученные от Духа Божия. Им нелегко умереть, потому что не имеют плоти. Но они, живя, творят дела смерти и сами умирают всякий раз, когда научают греху своих последователей. И то, что в настоящее время составляет их преимущество, именно что они не умирают, подобно людям. Вы чувствуете взгляд какой, что в грехах виноваты демоны. Эти демоны вот, овладевают душами. И они не будут причастниками вечной жизни. Вместо смерти не получат блаженного бессмертия. Вот. И поэтому нам нужно соединить свои души с Святым Духом, заключить союз с Богом. Вот такая речь против эллинов. Вот, или еще такой пример. Мы допускаем всех, кто хочет слушать, будет ли он старик или юноша, и всякому вообще возрасту у нас воздается честь. Впрочем, распутство от нас далеко, и мы не лжем, говоря это. Прекрасно было бы, если бы преклонилось ваше упорство в неверии, но если и не будет этого, все-таки наша вера останется твердой, опираясь на Божие свидетельство. Вы смеетесь, но некогда вас плачете. Не глупо ли, что вы удивляетесь Нестору, который усиливается сравняться с юношами в битвах, тогда как он с трудом отсекает по старческой слабости упряжь у коней, а смеется над теми, которые у нас борются со старостью и размышляют о делах божественных. То есть вы, наши старики, они могучи духом, а вы над ними вот там смеетесь. Ну вот, про распутников говорит. Это теперь Афинагор. Афинагор. Я достаточно доказал, что мы не безбожники, когда признаем единого Бога безначального, вечного, невидимого и бесстрастного, необъятного и неизмеримого, постигаемого одним умом и разумом,
преисполненного светом и красотою, духом неизреченной силою, которая словом своим все сотворила и устроила, и все содержит. Видите, какая апология, прославление, прославление Бога. Вот. А вы кому поклоняетесь? То ваши. У нас вы найдете людей необразованных, ремесленников и старец, которые, правда, не в состоянии доказать пользу нашего учения словом, но делом подтверждают его нравственную благотворность. Они не слова затверживают, но совершают добрые дела, не ударяют, когда их бьют, не жалуются в суде, когда отнимают у них имение, подают нуждающимся, любят ближних, как самих себя. Вот апология, прославление христиан. И самыми правилами, которыми мы руководствуемся, правилами, которые не от человека происходят, но преподаны Богом, мы можем убедить и не почитать нас за безбожников. «Любите врагов ваших», там цитирует он. Вы понимаете ли, семья – это всегда показатель состояния общества. Церковь и семья показывают, в каком состоянии находится общество. Ну и у римлян семья превратилась в чистую форму. Фактически римляне жили с гетерами. Это женщины свободные, образованные, умеющие петь, танцевать, умеющие сочинять стихи. Они были интересными собеседницами. Жена так, она была где-то для формы, для витрины. Ну, так что, понимаете, семья исчезла, вот, как таковая. Ну, и эти пиры описывает вот Феофил. Это вот такие, ну, как бы второстепенные апологеты, которые защищали, прославляя христиан и показывая разврат языческого мира. И среди них очень выделяется Юстин. Значит, самый интересный апологет этого периода. Он был стоиком, уроженец он Самарии, из Самарии. Последователем был Аристотеля, Пифагора, Платона. Сам потом писал, что «я изучал последовательно все науки, окончил тем, что принял истинное учение христиан». То есть он был стоиком и последователем Аристотеля, а потом Пифагора, а потом Платоном. Он учил в Ефесе, и он стал христианином. Об этом он пишет, у него есть произведение, две апологии, которые он послал вот этому Марку Аврелию. И он написал еще беседу с Трифоном Иудеем, где он убеждал Иудея принять христианство. И он показывал знания иудейства, и христианства. И тут он рассказал о своем обращении. Его обращение было удивительным образом. Вот, будучи учеником там, и там, и там, и там, видно, что он, видимо, не прикипал сердцем ни к чему из этого. И он однажды оказался на берегу моря и встретил там старика, старца одного. Старый спросил, кто ты? Он сказал, я вот интересуюсь философией, я там, и там, и там. Послушай, какой интересный разговор был у них. И он говорит, значит, ты, сын мой, изучаешь философию. Да, и я стараюсь как можно больше вот узнать. И он спросил его, ведет ли философия к счастью? Ну, тот отвечает по-философски. Счастье – это награда за знание и мудрость. У человека есть ум, и поэтому он счастлив, когда он... Вот. Ну, тогда старец отвечает. Так, это уже рассказ у нас идет. «Философия недостаточна для ответа на глубокие вопросы жизни», – говорит старец. «Есть такие глубокие вопросы смысла жизни, на который философия ответа не дает». Он говорит, ну что же, у человека есть ум, он может проникнуть в эти глубокие тайны. Так, ну, старец говорит, не каждый может созерцать истину, но только добродетельный человек может понимать истину. Юстин говорит, ну, мы можем совершенствоваться через переселение душ. Вы знаете эту теорию, да? Индуистская теория переселения душ, что я... Нет, это значит, как я проживаю эту жизнь сейчас,
От этого зависит моя жизнь в дальнейшем. Если я низкие поступки совершаю, я могу там вообще в семью превратиться. А может, наоборот, в более добродетельного человека. И понимали древние, в том числе вот и у греков было такое понимание, что путем переселения душ ты можешь достигать высокого понимания и истину познавать. Так, но человеческий дух бессмертен, говорил Юстин, и он может постигать эти истины. Ну, говорит старик, что если бы душа была бессмертна, то человек был бы на одном уровне с Богом. Человеческая душа не может достигнуть Бога, уповая лишь на свои силы. Только христианство есть истинная философия, она содержит в себе и все частные философии. Единственная истинная философия – это христианство. Так заключил Юстин после этой беседы со старцем. Он очень затронул как-то его глубоко, и он понял эту истину, что настоящая философия – это христианство. У меня же были тоже очень глубокие такие диалоги с моим отцом, когда я вот в Индии работала. И я говорила, вот философия, можно там истины жизни познать через философию. И он мне говорил, христианство – это не философия. Христианство – это жизнь. Я не могла понять этих слов тогда. Мы понимаем эти слова? Христианство – это жизнь, я жизнь. Жизнь вечная. Жизнь в близости с Богом. Это не философия. Это не мудрость человеческая. Все, о чем нам говорит Евангелие, оно противоположно мудрости человеческой. Хочешь выше – иди ниже. Хочешь получить – отдай. Хочешь быть выше – будь служителем. Но знаете что? Они в самом деле работают. Эти закономерности. Удивительные закономерности. Самому Христу эти слова не казались парадоксальными. Он говорил их очень естественно, очень просто, как само собой разумеющееся. Что-то всем понятно. Ну так вот, ну, значит, Юстин принял христианство как истинную философию. После своего обращения он всем сердцем прилепился к христианству, считая его настоящей философией. Понятно, да? И тема его жизни была, он хотел соединить то и другое, философию и христианство. И в связи с этим у него целый ряд интересных мыслей. Он считал, что Бог сеет семена по всей земле, по всей земле. Юстин, он считал, что люди через слово вдохновлены Богом, через слово генетически. В какой-то степени все люди вдохновлены Богом. Но это мысль, которая долго будет так между людьми ходить. Тертуллиан это выразит, душа по природе своей христианка. Ну, мы уже немножко говорили об этом, так ли это. Но то, что в каждом человеке заложен поиск Бога, это факт. И поиск смысла жизни, это тоже такой факт. Поэтому Юстин рассматривал, что великое сеяние по всей земле. И в философии там тоже есть добрые места, ну, вроде как вот Августин говорит, в которые ты можешь что-то даже о Боге узнать. Он стремился соединить христианство и философию, поэтому вот такие у него идеи были. Он был человек очень большого сердца. Он хотел бы как-то всех соединить, всех призвать, что это самая настоящая мудрость, главная мудрость. Он не верил в первородный грех.
Но он верил в то, что люди обмануты демонами. Вы знаете ли, все вот эти вот первые апологеты, вот этот Феофил Афиногор, которых я уже упоминала, они верили в демонологию, что люди обмануты демонами, что демоны кишат. И они обманывают людей. И они отвернулись от истины под влиянием плохих привычек. Поэтому Логос воплотился, чтобы вести людей к правде. И Христос удовлетворил нужду людей в просвещении духом. Вы чувствуете? Просветительские такие вот. Чем меньше мы понимаем трагедию человека, тем меньше мы понимаем значение креста. Понимаете как? Потому что, когда мы видим крест и страдания на нем, нашего Спасителя, то мы понимаем, что же такое мы сделали, что привело к таким страданиям. Понятно, да? Когда видишь эти страдания, ты уже не склонен говорить, что мы все имеем, мы носители добра, мы все хорошие. Понимаете как? Ну вот. Ну, а вот Юстин на заре нашего богословия, они считают, что обмануты демонами, что Христос, он просвещает духом и удовлетворяет нужду человека в этом. Дальше он считал, что и евреи, и язычники могут быть спасены, только войдя в церковь. А церковь – это новый Израиль. Это тоже его мысль, что церковь – это новый Израиль. Ну, вы знаете, что даже какие-то первые церкви у нас в России даже назывались «Новый Израиль». Это идея такая продолжающаяся. И я сама долго с этим разбиралась, потому что были сильные аргументы в сторону, в пользу того, что вместо Израиля теперь церковь стала. Но потом поняла, что это не так. У Израиля свое назначение было, у церкви свое назначение. Что Иисус открыл новый век в истории, он верил, век спасения. Юстин верил, что закон был временным в божественном устройстве, так, как и Павел верил, и в плане спасения человека. Он играл временную роль. Но само христианство Юстин понимал как моралистическое. И Христос для него учитель, а не дух животворящий. Учитель и дух животворящий – это очень большая разница. Учитель говорит, делай так, а у меня нету силы так делать. А дух животворящий, он говорит, делай так, вот, и дает эту силу исполнить это. Но это поймет только Лютер, что Бог требует от человека только того, что он сам ему дал. Он дает ему праведность, требует праведности, дает ему праведность, считает его праведным. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com. Вот. И он рассматривал крещение как средство возрождения, как знак отпущения грехов. Ну и он путал, эта путаница может быть и у нас тоже, он путал действие Слова и действие Духа Святого. То есть, где Слово действует, где Дух Святой действует, это там он это, мог это путать. Ну, по-моему, я все сказала. Он учил на дорогах, где он путешествовал раньше как философ. Философы были бродячими философами. Сократ. Он где-нибудь садился на дороге, и около него собирались и слушатели. Кто собирались? И мальчишки, и рабы, и ученые, и неученые. И он с ним начинал беседы свои. И вот Юстин, не снимая мантии философа, мантии носили философы как знак своей принадлежности к философам, он, не снимая мантии, ходил по дорогам, также останавливался и беседовал с людьми уже о Христе. И когда его арестовали, его спросили, а где вы собирались? А он говорит, Бог везде. И мы собирались в самых разных местах.
везде собирались. У нас не было определенного места. Бог наполняет все небо и наполняет всю землю. И он учил в Ефесе и был проповедником христианства. Диспут даже с евреем, вот этот вот, с Трифоном Иудеем, где он утверждал, что и евреи, и язычники могут быть спасены, только войдя в церковь, в Новый Израиль. Он стремился рассеять невежество и суеверие по отношению к христианам. Он описывает там долгий путь своих исканий, я об этом уже рассказала. И у него он был страстный миссионер. Он написал свою первую и вторую апологию императорам. Он будет арестован как христианин, и он будет казнен, избит палками и обезглавлен. И он получит второе имя – Юстин Мученик. Многие богословские идеи Юстина окажут большое влияние на и католическую, и православную церковь. С него начинается почитание Марии, потому что именно он первый, по аналогии сравнения Христа с Адамом, сравнил Марию с Евой. Он не верил в существование первородного греха, но считал, что люди обмануты демоны. Демоны – это падшие ангелы. И, значит, считал, что слово воплотилось, чтобы открыть людям истину и искупить их от демонов. То есть искупление понималось не от греха, не от власти греха, а от демонов. Вот, он понимал, значит, человека, Юстин понимал, как существо свободное и ответственное. То есть он должен принять решение покаяться и повиноваться Божьему закону во Христе. Крещение он понимал как средство возрождения и знак отпущения грехов. Ну вот, это Юстин Мученик. В 165-м он был казнен. Дальше мы будем говорить об Иринее Леонском.